Верхняя кромка ледохода покидает Иркутскую область. По состоянию на 5 часов вечера на реке Лени нижняя кромка льда находилась у поселка Витим Ленского района Якутии. Верхняя кромка у поселка Визерный Киренского района Иркутской области. Протяженность ледохода составила 121 километр. Вместе с тем на реке Алдан продолжается подъем уровня воды с интенсивностью от 10 до 50 сантиметров в сутки. На реке Амга кромка ледохода наблюдалась в районе населенного пункта Самарсун. Уровень воды составил 590 сантиметров при критической отметке 925. На реке Вилю регистрируют подъем уровня воды от 5 до 20 сантиметров в сутки. Подтопленных населенных пунктов нет на территории всей республики. Вместе с тем оперативные группы МЧС Якутии продолжают работать на реках. Ледовая обновка по реке Лена, Пеледуй, Витим, Крестовая, подвижки и остановка. На улице было минус 9 градусов. По реке Имюе в районе Артанахара подвижка. Дальше река стоит.